Жители Ненецкого округа смогут наблюдать за ходом трехдневного голосования в Центре общественного наблюдения. Система видеонаблюдения установлена на 6 из 15 избирательных участков на территории Нарьинмара. Для наблюдения желающим необходимо заранее зарегистрироваться. Александра Литкова расскажет подробнее. Центр общественного наблюдения, расположенный по адресу улица Ленина, дом 19, начнет работу в 8 утра. Камеры будут вести запись в круглосуточном режиме. При необходимости можно будет перемотать запись для решения спорных ситуаций. В центре установлена видеостена и 8 рабочих мест. Для наблюдения за выборами необходимо записаться по телефону и заполнить анкету. Записавшись по этому телефону, будет заполнена анкета. Это необходимо для использование персональных данных, и человек может в течение 3 суток, в любое время, здесь будут находиться специалисты, все это будет под контролем. Что касается сельских избирательных участков, то здесь также будет вестись видеонаблюдение. На всех остальных избирательных участках мы сумели с помощью органов исполнительной власти, с помощью коллег в муниципальных образованиях организовать видеофиксацию того, что будет происходить в помещениях для голосования. Фактически мы впервые это делаем во всех сельских населенных пунктах. Видеофиксации не будет в 8 населенных пунктах, где зарегистрированы менее 100 избирателей. В целом на сегодняшний день к началу выборов в Ненецком автономном округе готовы все 55 избирательных участков. Члены участковых комиссий и операторы комплексов обработки бюллетеней прошли необходимое обучение. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».